Дождливо, но тепло будет на этой неделе в Гродненской области. По информации Лидской метеостанции, воздух прогреется до 25 градусов, а в некоторые дни будет даже немного теплее. Что касается в целом первой декады августа, то она, по прогнозам синоптиков, в Беларуси должна быть на 2 градуса ниже климатической нормы, которая составляет плюс 18,3 градуса. Нынешний же июль в Лиде оказался на 1 градус ниже климатической нормы, показатель которой плюс 17,5. Столбик термометра в прошлом месяце лишь дважды в нашем городе поднимался выше 30 градусов тепла. 1 июля было плюс 31, а 29-го плюс 31,5.